Тишина и громкое молчание. Это Ленинский сад Казани. С 5 вечера сюда идут казанцы. Со цветами и игрушками. А еще с воспоминаниями у импровизированного мемориала все те, кто разделяет боль утраты. Казанцам присоединился и исполняющий обязанности президента Алексей Песошин. Кемерово, мы с тобой. Сегодня не просто слова. Это были дети. Дети, которые... Они даже жизни не познали. Я не знаю. Никто из нас не может просто так вот сейчас просто представить, каково это. Это родители, которые остались без детей. Это ужасно. Для всех родителей мы... Единственный, и каждый может оказаться в таком положении. И это даже не описать словами и никак. Цветы и свечи в городской парк несли и нижнекамцы. В основном люди семейные. Говорят, от такой трагедии не застрахован никто. Вчера, сегодня не могу. Сердце... Покоя себе найти не могу, ни за что не могу взяться. В память сегодня в Челнах в небо запустили белые шары, как символ оборвавшейся жизни. Идут люди и в местную церковь. Детей очень жалко. Это вообще трагедия. Общая наша трагедия. Сегодня не будет постов. Я объявляю траур в своем аккаунте. Кемерово, 25 марта 2018. Скорбим. Очень больно, скорбим. Вот чем могли бы, помогли бы. Но просто даже не знаю, с чем помочь. Только можем выразить словами эту боль. Непереносимая боль, конечно, в сердце. Близким родственникам соболезнования большие. Что? Ну чем помочь? Память о детях останется в сердцах наших. Кемерово, мы с тобой – один из самых распространенных хэштегов последних двух дней. Социальные сети – в свечах, цветах и фотографиях с места трагедии. Альметьевск, Нижнекамск, Челны – соболезнования со всех уголков республики. По словам создателей групп в соцсетях, количество предложенных новостей увеличилось вдвое, а комментариев – тысячи. Казанцы особенно чувствительны к таким трагедиям. Мы пережили «Адмирал», пережили «Самолет». Пережили Болгарию, поэтому, конечно, многие очень сильно переживают, особенно те, у кого есть дети. И это огромная трагедия, и, конечно, очень много новостей, люди предлагают очень много новостей. Поминальные службы в церквях и мечетях республики. Камиль Хазрат и митрополит Феофан выступили единым обращением. Мы обращаемся к верующим людям нашей республики с призывом вознести молитвы о тех, кому пришлось столкнуться с этой страшной болью. От имени всех верующих, православных и мусульман Республики Татарстан выражаем свои искренние соболезнования. Цветы, свечи, слова поддержки. Боль кемеровчан в эти дни разделила вся республика. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Челны.